Добрый день. Что мы делаем? Мы делаем вот эти габионы, засыпаем щебень. Щебень крупной фракции, 70, что-то на 140 мне якобы сказали. Лежит он в мультилифте, вот в этом, видите, в бункере. Подъезжаем, отжимаемся и начинаем черпать. Зачерпываем, значит. Трактор скользит, потому что асфальт со снегом. Дальше просто чуть-чуть лапы поднимаем. Вот у меня здесь кнопка реверс, да, видите, есть. Все включают вот эту вот, да, крутилку. Да, вот эту. У меня здесь есть реверс. Что я делаю? Я перевожу положение вперед, опускаю ручник, и трактор спокойно едет. Я не рулю, видите, вот мои руки, он по прямой едет вдоль этих габионов. Надо подрулить, можно подрулить, конечно. Ну, вот так, например, раз, подрулили, едем, доезжаем до нужного нам места. Дергаем ручник, она загорается. Чуть-чуть лапой, смотрите, оп, все, больше не надо. И потом спокойно поворачиваем стрелку и потихоньку это все мы высыпаем. Потом они будут ставить туда перемычки, распорки, чтобы это все, стены вот эти, видите, разваливаются. Они их потом будут центровать. Они хотели сегодня это вручную все делать. 4 часа что-то поделали, пару камней перенесли и поняли, что нужен трактор. Это Белый дом наш, город Мурманск. Я так понимаю, они Белый дом очкует, что будет какая-то на них атака, на этих, скажем, таких людей. Не знаю, как их назвать даже, но вот так вот. Просто на людей, короче. И, наверное, это у них заградительная полоса, по их мнению. Видать, фейсы что-то заподозрили. Потому что в последнее время очень много в Мурманске каких-то сообщений о бомбах. Короче, всякой хуйне. Вот. Ну, фейсы, видать, работают и хотят защитить. Хотят защитить, значит, этих нашу управу, чтобы они побольше денег все раскладывали по карманам. Опять поднимаем лапы чутка, переключаем положение вперед, ручник опустили, трактор поехал, все, едем. Я не рулю, видите, вот он сам ехает. Что по прямой, тут много ума не надо. Просто рассчитываешь и все. Все, доезжаем до той корзины, какой нам надо. Дергаем ручник. Отжимаем лапки. И высыпаем. Все, всем всего хорошего. Удачи в новом году. Чтоб все у вас было, да? Как вы задумали. А может даже и больше. Всего хорошего. До свидания.